Нормально. Руль не крути, все правильно, надо подкопать зад. Давай зад подкопаем. Вперед чуть сдай и лопатой выкопаем. Давай зад откопаем. Там он дерево, смотри, сосна. Да. Давай здесь откопаем и нормально пойдет зад. Тогда сможешь вперед повернуть. Копать неинтересно. Ну как неинтересно? А вот так вот рыть что интересно? Даже не столько здесь, сколько в середине надо. И вот то колесо. Ну, ему просто некуда. Тут самый сугроб. Я бы больше впереди откопал. Максимально вперед попробуй сейчас. Вперед, вперед. Назад некуда там. Переднее колесо выкручивай. Еще, еще. Что, надо еще где-то застрять? Не надо. Мне хватит, Вадим, у меня все ноги мокрые уже. А что они у тебя мокрые? Ну, а потому что снег набил. Надо снегу попить. Пить охота. Итак, достаточно. Вон что. А что ты в снегу-то весь сел? Бил я. Ой. Че, где мы буксовать-то будем? Да не надо буксовать, давай выйдем сначала к озеру. Все, буксовать, хватит буксовать. Мы буксовались. С этой стороны снимаем.
снимать ничего. Выход. Вот ты копаешься. Хотел застрять, вот и застрял. Переднее колесо откапывать. Сейчас подъем преодолеем и... Тут же подъем. Тут подъема-то нет. Колесо просто. Ну что, сам подъем, в яме. Забыл. Сейчас у него сцепление просто перегрелось, я жду. Сцепление нагрелось, и он поэтому сейчас не буксует. Вот сюда, сюда надо. Ботинки мелкие. Вон, там яму подрывает. Да это все. Да чё, все, не все, вот ветку одну хотя бы бросьте, уже будет толк. Вот он, браконьер, деревья ломает. Оставь в покое, чем ты ломаешь? Ветки какие-то, ерундой занимаешься. Сразу видно, человек ни разу не буксовал. Он в теории думает, что ветки вот это все поможет ему. Это не теория, это практика. Ага. Я каждый день буксую без веток. Сейчас будешь снимать, как ветки твои помогают. Лопаты давай откопаем ямку эту. Руль, во-первых, у тебя чуть-чуть надо прямее поставить. Ну газ что-то надо подсбрасывать, надо смазать что ли. Подзападает педаль. Вон педаль убираешь, он надо посмотреть. Я забыл. Что-то там залило. Выключил движок. Как я пойму, что там случилось, если ты выключил движок? А как? Вот по заслонке. А тут отвалилось. А, вон она слетела. Вот тут болт должен был быть. А где же он? А, ну он где-то тут слетел недалеко. Да вряд ли ты в снегу найдешь. Но это почему? Он под машиной где-то. Да ладно, под нам снег тут одно. Тут ветку давай какую-то воткнем, а там болт найдем. Да не найдешь тут снегу. Да он только упал. Но он горячий, это снег снимает. Какой он горячий? Ты че? Он под машиной где-то лежит. Да что, не факт. Это был асфальт, другой.
Да он горячий, он холодный, ты чё? Какой там тепло? Ищем болтик, короче. Давай вот ветку можешь попробовать хотя бы, чтобы хоть вперед. У меня болт, по-моему, есть. Ну тут типа пятерка. А может и нет. Не, ну если есть, это один вопрос. Если нет, давай ветку воткнем. Зачем? Можно на стяжку вот это посадить. Не, ветка это бесполезно. Это вылетает все нафиг. Ну, на стяжку, да, я согласен. Это лучше ветки. Ветка, она. Это хоть как временный вариант, конечно. Сейчас поим, будешь под капотом сидеть. Угу. И газ сжать. Ну, если тихонько вперед проедешь, может, увидим. Сейчас. Вот граница бампер. Вот тут. В принципе. Может, повезет, если он только вылетел. С собой надо возить хотя бы. Да у меня были. Как там вы? Есть один, но он без гайки. Да не, ну. Не, ну вот на стяжке есть аккуратненько. Получится. Сейчас попробуем. Ищем болт. Падал. Хотя мог и раньше упасть. Вот граница бампера. Да не, на снегу это найти это нереально. Тем более гайки точно там не будет. Будет просто болт. Там не гайка, там шпилинт такой с этой. Ну я не знаю точно. Втулка со шпилинтом была. Исплыла. Ладно, поехали тогда и.